Я каждый день флешки. Ну, это конечно, не говоришь. Ничего страшного. Ты что, блин, каждый день машь флешки, что ли, устала? Приятно. Ничего страшного. А, кофе идет, кофе. Ты не уходи, я тебя покачу. Как? Нормально, довольно? Так, поснимаем народ немножко и пойдем. Да? Ладно. Не уходи, не уходи, оставайся, куда ты уходишь? Ну, все нормально, нормально. Вы разговариваете, это видео уже. Говорите. Путь показите, я приду. Смотри за камерой, я приду. Да, хорошо. 34. Это самое. Я ездил, меня приглашали на день рождения Геннадия Ильича и день смерти. Я Геннадия Ильича два раза встречался и рассказал, какой человек. И восьми каналов видели и наше выступление, где сейчас дворец, называется имя Геннадия Ильича. Поэтому и очень интересно. Вот сколько лет прошло, почти 40 лет, а вы до сих пор помните. А он еще, у него хорошая фамилия. Чекист был? Я видел человека, который без бумаги 40 минут говорил, как будто он читает. 40 минут, ну часами можно Сейчас
Даша, это тезка. А Даша, знаешь, что такое? Конечно. Он лампочкой говорит. Насколько хватает? Надолго. Ну, часа на два, на три, как светить. Понятно. А там еще регулировка есть, да? Да, конечно, тут регулировка, это же... Пойдем? Вы живете? Нет, в Москве. Я еще немножко поставил, вы будете тебя... Вот тут радио «Свобода» Азатлы. Да? Хорошо. На узбекском языке «Азатлы» «Свобода». Да, «Азатлы», да. Есть на азербайджанском языке. Это «Азатлы» везде. Татарский тоже «Азатлы». Татарский есть, да. На русском языке. А есть «Азатлы». Есть «Азатлы», мы говорим «Азатлы». А кто-то говорит «Азатлы». Вы все по-разному. Через сумку там здесь мы. Я не за вам. За вам айтворам. За озотби. Бермата пароткал и кинчевата. Нам бермата адашня. И кинчевата адашня. Я не знаю, какие генда. Полный зал был. Умит клаус. До свидания. Ну что, ты меня ждешь, да? Тогда сейчас. Там Эльшан есть, там... Да, я уже Эльшан вообще. Да, да. Не только пожарный после этого.